в игровой форме. Учебно-профилактические занятия «Внимание, каникулы» провели для младших школьников гимназии номер 6 инспекторы ГИБДД Межмуниципального управления МВД «Россия Щелковская». Ребятам напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на дороге. В ходе сегодняшнего мероприятия мы хотим напомнить о том, как правильно пользоваться средствами индивидуальной мобильности, личным транспортом, это велосипеды, самокаты, юным участникам дорожного движения, а также о том, как правильно вести себя на дороге. Занятия помогали вести старшеклассники из отряда юных инспекторов дорожного движения. Мы решили устроить такой сценку для детей младших классов, чтобы они знали, как правильно себя вести на дороге, чтобы знали правила дорожного движения, не нарушали их. И как раз скоро каникулы, чтобы они знали. Старшеклассники разыгрывали для малышей небольшие сценки и показывали ситуации, которые могли произойти при переходе через улицу. Они устраивали веселые упражнения, где необходимо было точно следовать указаниям регулировщика. Учебно-профилактические занятия в школах проводятся регулярно и в том числе перед каникулами. Обучение младших школьников азам поведения на дороге, особенно в игровой форме, приводит к снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Андрей Цеходович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.